Получает мяч Смит. И бросает средний. Мимо. Эджим. Мимо. Так, идет смотреть повтор арбитр. Эджим вполне возможно приносит своей команде победу. Невероятным попаданием переваливается мяч. Да, два очка засчитаны. Арбитры завершают этот матч. И Зоран Лукич, у него нет сил сопротивляться. Да он и сам все видел, наверное. 95-94. Последним касанием в овертайме Уникс вырывает победу в этом невероятном по сценарию третьем матче серии. И она, эта серия, продолжается.